Сьогодні прекрасним спортивним праздником підведення ітогів заводської спартакіади. Не только поздравить, но и, конечно же, те люди, которые причастны к этому, заслуживают огромную благодарность за свой труд. И в первую очередь, конечно же, это руководство завода, которое находит в это непростое, сложное для завода время, все-таки выделять необходимые средства для того, чтобы спорт не только развивался на нашем заводе, но и с каждым годом становились лучше наши спортивные достижения. Поэтому же, конечно, от вашего имени позвольте выразить благодарность руководителю завода Валерию Степановичу Горбатко. Заместителям директора, начальникам цехов, председателям цеховых комитетов, спортивных организаторов, спортсменам и, конечно же, их верным болельщикам, которые очень и очень поддерживают команды, которые сегодня на нашем пьедестале. Вы видели сегодня прекрасные кадры истории нашего спорта. И действительно, за 35 лет мы прошли не только путь становления нашего завода, достижения самых высоких производственных успехов, но наш спорт неуклонно также продвигался вперед. И разве сегодня неприятно нам говорить и быть свидетелями высочайших достижений наших спортсменов? Ведь сегодня не только цеховые комитеты, которые сегодня мы награждали, добиваются успехов. Сегодня также цеховые комитеты и команды участвуют в областных, республиканских соревнованиях. Сегодня мы все делаем для того, чтобы они были обеспечены всем необходимым, достойно представляли наш завод. А сегодня мы гордимся также и нашими профессионалами в спорте. Это ФСК «Олимп», ФСК «Химик», наша баскетбольная команда, волейбольная команда, которые представляют завод в высших лигах, Суперлиги чемпионата Украины. И сегодня мы говорили о том, что Одесский припортовый завод и имя спортсменам, вписанным же в историю мирового спорта. Разве могли мечтать те мальчишки, которые 35 лет начинали на пляже и во дворах, подвалах развития спорта, думать о таких спортивных достижениях уже наших детей и внуков? Я хочу всех нас с этим поздравить. Я уверен в том, что молодежь, которая сегодня пришла на завод, будет все делать для того, чтобы спорт наш развивался, чтобы коллектив наш был здоровым, потому что мы способны решать самые сложные задачи, поставленные перед нами государством. С праздником! Будьте счастливы! Будьте здоровы! Все на 22-ю спартакиаду Одесского припортового завода! С праздником! До новых встреч, друзья! Спасибо вам! Занимайтесь физкультурой и спортом. До встречи на наших спортивных и культурных площадках!